О, эти двое так упорно работают. Боже, какая же духота! Думаешь, мы успеем до завтра? Ой, мой сок! Наш творческий проект. Какая же я неловкая! Дурацкий сок! Бедная Лили. У меня осталось еще много шариков. Кстати, они могут ей помочь. Возьмите сдутый шарик и отрежьте у него хвостик. Затем возьмите стакан сока и натяните шарик сверху. Это как поильник для взрослых. Видите, теперь ничего не прольется. Ладно, пора начинать все снова. Что это? Вау, Стивен, как классно! Твое здоровье. Как ты до такого додумался? Как же хорошо вернуться домой. И что нужно сделать в первую очередь? Да, снять эти высоченные каблуки. О, да, так намного лучше. Вторые в списке – контактные линзы. Сейчас подготовлю контейнер. Минуточку. Я же не могу воткнуть ногти прямо себе в глаза. Но мне так нужно их достать. О, я забыла о ватных палочках. Как раз вы мне и поможете. Просто согните палочку пополам. Теперь осторожно приложите ее к глазу и вытащите линзу одним быстрым движением. Теперь просто положим линзу в раствор. Отлично, и главное стерильно. А мои глаза наконец могут подышать. Так намного лучше. Это будет самый вкусный сэндвич. Обед с собой так экономит деньги. Только добавлю еще сыра. И готово. А теперь кладем в рюкзак и побежали в школу. Наконец-то обед. Я что, случайно села за стол к будущим диджеям? Интересно. А теперь достанем обед. 3 часа назад он выглядел не так. Разве это сэндвич? Какая досада. Ну, других вариантов нет. Почти закончила. А? Я даже откусить не успела. Не хочу собирать его в 3-й раз. Думаешь, ребята смогут тебе помочь? Эй! У меня появилась идея. Диски ведь такие же круглые, как и бейгл, да? Просто положите сэндвич внутрь чехла. Накройте крышкой и готово. Теперь он не развалится, даже если его потрясти. Спасибо, мальчики. Что-то я не выспался. Нет! Мой телефон! Это было страшно. Не лучшее начало дня. Завтрак? Ну же, открывайся! Разве можно было ожидать чего-то другого? Надеюсь, Брайан оставил невезение дома. Нет, оно все еще с ним. Насколько можно? Привет, как дела? О, кола исправит мне настроение. Поаккуратней с трубочкой. Нет, вернись. Почему у меня такие короткие пальцы? Ну же! Секундочку. Мне нужно вот это. Доверься мне. Оберните резинку вокруг горлышка. Вот таким образом. А теперь вытяните петельку. Держатель для трубочки готов. Зацени! Хочешь? Ага.
Видишь, теперь трубочка никуда не денется. Если вы были на уроках рисования, вы знаете, что надо обязательно научиться рисовать идеальный круг. К сожалению, нужно быть очень терпеливым. Неплохо, неплохо. Эй, Лили, а твои круги как поживают? Это лицо не выражает уверенность. Фу, они далеки от идеала. Извини, Лили. Не сходи с ума, подруга. Есть более легкий способ. Есть у кого-нибудь резинка или что-то похожее? Ох, можно стянуть уланы. Если у вас есть пара карандашей и резинка, можно смастерить собственный циркуль. Возьмите два карандаша и скрепите их резинкой или любой эластичной лентой. Теперь возьмите третий карандаш и прикрепите на нижнюю часть. Должно по форме напоминать букву А. Возьмите еще две резинки и прикрепите к третьему карандашу. Вот так. Не забудьте про вторую сторону. Вот так. Очень изящно, да? Теперь вы легко сможете нарисовать круг. Ух ты! Этот невероятно хорош. А еще можно регулировать диаметр. Хотите больше, хотите меньше. Эй, куда делись все мои резинки? Лили, почему-то у меня такое чувство, что ты что-то знаешь. Не злись, лучше глянь на мои идеальные круги. Вечно ты что-нибудь допридумаешь, да, Лили? Мы все знаем этот звук. Проснись и пой, Кевин, время вставать. Нет, не нажимай на эту кнопку, у тебя же занятие. Да, Кевин официально попался на опасную удочку. Да, он пропустит урок 100%. Пс, Кевин, надо вставать, чувак. Ну что, отлично выспался. Ничто не испортит ощущение от хорошего полноценного сна. Только одно – осознание того, что ты проспал первые два урока в это утро. Если я тихонько проскочу, учитель даже не заметит, что я опоздал. Почти получилось. Но понятия не имею, о чем тут идет речь. Интересно, как избавиться от привычки откладывать будильник? Эх, жаль, что мне не получается просто взять и встать. Возможно, пришло время все изменить. Если у вас есть обычный будильник, как у Кевина, вам захочется сделать так, чтобы кнопка откладывания не работала. Возьмите горсть кнопок и поставьте их в линию на будильнике. Приклейте их, проткнув в длинную полоску скотча. Ой, будем надеяться, все получится. Спи крепко, Кевин. Кевин, нет! Кнопки! Ничего себе, это сработало! Посмотрите-ка, кто пришел самый первый. Привет, Кевин. Что делаешь? Что? Не ожидала увидеть тебя так рано. Похоже, я более скучный человек, чем думал. Многие люди засыпают в машине от мягких покачиваний во время движения. Да, Эмили точно одна из них. Если вы когда-нибудь клевали носом в машине, вы знаете, как потом болит шея. Подождите-ка, может, шарф поможет держать голову? Теперь расправьте шарф, чтобы он закрыл лицо. Вау, смотрите, надо сфоткать, чтобы показать друзьям. Я выложу это и поставлю хэштег «Леди Шарф». Ну, хоть лицо закрыто, верно? Мало что может испортить столь необходимый перекус фастфудом. Но перед тем, как я включу сериал, лучше достать все вкусняшки. Горячая картошечка есть. Сочный бургер есть. Отлично, можно приступать к еде. Не забудем про развлечения. О, да, это круто. Блин, картошка соленая. Глоток газировки все исправит. Уф, я не могу достать. Пора вызывать подкрепление, чтобы добраться до нее. Эми, иди сюда! У меня возникла серьезная проблема. Не могу достать газировку, не наклоняясь, видишь? И это твоя серьезная проблема, София? Окей, я покажу тебе один трюк, который сэкономит твои огромные усилия. Очень удобно, да? Теперь можно смотреть сериал и есть полулежа. Лень очень приятна на вкус, верно? Руки всегда заняты, когда они так нужны. К счастью для тебя, есть еще две ноги, которые придут на помощь. Вау, а ты гибкая, София. Это совершенно новый уровень самодостаточности, верно? Отлично.
Ого, кажется, эти пакеты весят килограммов по 100. И как мне открыть эту дверь и не уронить пакеты? Погоди, не ставь их на пол. Можно же сделать это ногами, помнишь? Да, я могу достать до звонка. Эй, возьмешь пакеты? Но ноги могут пригодиться даже, когда сидишь. Наконец-то я могу сесть, расслабиться и посмотреть кино. Ну вот, и как поставить все на столик, если он так далеко от меня? Просто подтяните стол ногой поближе к себе. Да, почти достала. Да. Теперь можно спокойно посмотреть кино.